Здравствуйте, дорогие друзья! Компания Sanatoriums является вашим персональным помощником при выборе санаторно-курортного лечения. Сейчас мы проведем для вас видеоэкскурсию по спа-отелю Forest. Покажем, какие категории номеров предлагаются, как организовано питание, а самое главное, возьмем интервью у врача и узнаем возможности для лечения. Спа-отель Forest расположен в центре курортного города Марианские Лазни, в лесопарковой зоне. В 250 метрах от спа-отеля находится крестовая колоннада с лечебными питьевыми минеральными источниками. Для того, чтобы оценить расположение спа-отеля на курорте, предлагаю посмотреть на него с высоты птичьего полета. Начнем наш видеообзор. В спа-отеле есть 28 номеров различных категорий. Также есть номера для людей с ограниченными возможностями подключения к интернету по сети Wi-Fi. Для гостей бесплатно. Для удобного перемещения гостей по зданию отеля есть лифт. Предлагаем к просмотру номер категории двухместный. Дверные замки электронные, на карту. Площадь номеров данной категории от 16 до 20 квадратных метров. Номер состоит из прихожей, совмещенного санузла и спальной комнаты, где установлена кровать размером 2 метра на 180 сантиметров. Это две кровати, при необходимости их можно раздвинуть. Гостям предоставляется два вида подушек. С каждой стороны кровати есть прикроватная тумбочка, светильник, телефон для связи с персоналом спа-отеля, телевизор с различными программами, в том числе и российскими каналами, журнальный столик, мягкий стул. В номерах есть батарея с регулятором температуры. Далее в номере есть письменный стол, мягкое кресло, стоян для багажа, есть небольшой холодильник, мини-баром он не оборудован, набор бокалов. В некоторых номерах данной категории есть балкон. Вид из номера открывается на улицу или на лес. Подключение к интернету здесь по сети Wi-Fi. Данная услуга для гостей бесплатна. В номерах невозможно проживание с домашними животными. Обращаем внимание, что на полу ковровое покрытие. Данная категория номеров не оснащена системой климат-контроля. В прихожей есть вешалка для верхней одежды, здесь же ложка для обуви. Установлен шкаф с зеркалом во весь рост, где гости найдут электронный сейф, дополнительно одеяло. Здесь же в шкафу гости найдут халаты и тапочки, в которых могут ходить на процедуры или в wellness-центр. В ванной комнате установлена душевая кабина со съемным душем. Есть здесь жидкое мыло. Гостям предлагается набор полотенец. Здесь же унитаз. Есть полотенцесушитель с регулятором температуры. Далее в ванной комнате умывальник. Большое зеркало с подсветкой. Есть еще жидкое мыло для рук. Стаканы для полоскания рта. Принадлежности для душа, бумажные салфетки и фен для сушки волос. Дорогие друзья, мы увидели, какие категории номеров предлагаются. Детально их можно посмотреть на нашем сайте sanatoriums.com. Сейчас предлагаю посмотреть, как организовано питание. Ресторан рассчитан на 48 человек. Хочу отметить, что места за гостями закрепляются при приезде. Завтраки проводятся в виде шведского стола. Из напиток на завтрак гостям бесплатно предлагается несколько видов чая, кофе, соки, вода и молоко.
Дорогие друзья, разрешите представить шеф-повара спа-отеля Forest Симан Батор. Он имеет опыт приготовления блюд от года 2014. Симон, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что и как вы готовите для ваших гостей на обед и ужин? На обед у нас одно блюдо. При желании можно поменять мясо на рыбу, а также предоставляется салат и суп. Ужин проводится в форме шведского стола. На выбор три гарнира, салаты и суп. Если у нас небольшая загруженность, то шведский стол меняется на питание по выбору из меню. На выбор дается два варианта меню. Днем нужно выбрать, что вы хотите кушать на ужин. Скажите, пожалуйста, что бесплатно для гостей из напитков на обед и ужин? Из напитков бесплатно подается только вода на обед и ужин, но есть возможность заказать другие напитки из бара за дополнительную оплату. Готовите ли вы для ваших гостей диетическое питание? К диетическому питанию подходим индивидуально. Без проблем готовим диетические блюда, если нас заранее предупредить. В теплое время года по вечерам иногда подготавливаем гриль-меню. Делаем колбаски, сыр и другое на огне, дополняя их салатами. Я специализируюсь на чешской кухне, но недавно к нам приезжала женщина из России, у которой я обучался готовить блюда русской кухни. Спасибо вам за интересную беседу. Вам тоже. В теплое время года у отеля есть тематические ужины. Повар готовит еду на гриле. Гости могут питаться на террасе или же в ресторане. Особенностью данного отеля является бартер классического ужина на рыбалку. Объясняю, вы можете прийти на рецепцию, взять снасти для рыбалки, словить рыбу, повар вам ее приготовит, и все это совершенно бесплатно. Мы находимся в лечебном отделении спа-отеля Forest с врачом Мирославом Розом. Расскажите, пожалуйста, как устроено лечебное отделение? Это лечебное отделение расстроено для отделения массаж. Там находится электролечебный комплекс. Здесь водолечение, здесь прием врача и проходит газовые уколы, ингаляция. Интересно посмотреть, как именно проводится процедура, но перед этим давайте поговорим, какие пациенты приезжают в Forest и с какими диагнозами, и какие есть методики для лечения. Да. Мирослав по специальности терапевт и врач реабилитационной и физикальной медицины. Практикует в Марианских Лазнях с 1992 года. У нас есть несколько вопросов основных. Пациенты с какими диагнозами приезжают в Forest? В отель Forest приезжают люди, которые имеют проблемы с почками, мочевыми путями, тоже программа исследования внутренних болезней, как диабет, как сосудосердечные проблемы, проблемы со суставами, артроз, после операции с опорно-двигательным аппаратом или после онкологических заболеваний. И немножко заболевания дыхательных путей. Скажите, какие методики вы применяете в лечении пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы? Это главная процедура – это пить минеральной воды, которая очищает почки, мочевые пути, разлавливает камни в почках, наверное, тоже помогает в лечении простаты. Можно сказать тоже и для мужчин немножко повышается или против импотенции. А еще какие-то методики, кроме питьевого лечения в курсе? Еще сделаны дополнительные процедуры с криазом, водолечение, специальные эти газовые мешки, сухие углекислые ванны, газовые уколы тоже, это рефлексная терапия против спазма мышцов, болезней суставов. Электролечение, ингаляция с минеральной водой, массаж классический. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата какие процедуры вы рекомендуете? Поговорим с клиентом и узнаем, какие проблемы у нее есть, и потом сделаем программу прямо для него, например, массаж, прогревание грязом, эти газовые уколы очень хорошие.
потом ванны, немножко электролечения. Приезжают пациенты с заболеванием дыхательной системы, тут приезжают тоже люди с астматом или с бронхитом, хронический бронхит, ринитит. Очень хорошего эффекта имеет это лесной источник, ингаляция с лесным источником, тоже дополним оксигенотерапию. Для таких пациентов хороши и курсы питьевые с лесным источником. Питьевые курсы тоже и хороший воздух здесь, климат тоже очень хороший здесь. Приезжают ли Форест дети? Приезжают тоже с родителями, можно здесь для них сделать эти ингаляции, питьевой курс и можно эти ванны сделать тоже, массаж можно тоже для детей. Со скольки лет приезжают? Приезжают, можно лечить здесь от 6 лет, можно полечить или сделать эти процедуры вместе с родителем. Перед тем, как получить курс лечения в условиях вашего лечебного отделения, вот СПАТ или Форест, кто назначает эти процедуры? Когда ребенок не болеет хроническими или тяжелыми заболеваниями, только как профилактика, так сделаем программу здесь. Можно потом проконсультировать тоже с педиатром, которого вызовем. Отель принимает пациентов после онкологических заболеваний? Как оканчивается онкологические заболевания, можно тоже полечиться, лечиться тоже нервная система, общая программа для отдыха против стресса. Это имеет хорошее явление для онкологических заболеваний. Есть ряд процедур, которые входят в лечебный пакет. Как они назначаются, эти процедуры? От чего это зависит? Потому что там их 10 наименований. Все ли процедуры вы назначаете? После индивидуальной консультации поставим программу, которая для его заболеваний. То есть вы выбираете, да, эти процедуры из лечебного пакета? Не все назначаются? Нет, все. Скажите, пожалуйста, какой срок лечения будет эффективным? От скольки дней? Люди приезжают для 1 недели, 2 недель и 3 недели оптимально для лечебного эффекта. Лучше, как приезжают люди для 3 недель, потому что по 1 неделе приходит такая акклиматизация, можно реакция для лечения, и потом улучшается эффект и тоже продолжается дома. Так лучше 3 недели, это тоже для питьевого курса. Спасибо большое за диалог. Надеюсь, теперь понятно, как проходит лечение в СПА-отеле или Форест. Это очень приятный отель, потому что здесь семейная атмосфера, тоже индивидуальный подход с клиентом, лечебное отделение тоже хорошее для отдыха против стресса. Клиенты здесь отдыхают ради и вернутся назад. СПА-отель Форест имеет свой собственный небольшой бальнеоцентр. Хочу отметить, что процедура ингаляции проводится на воде, которую берут из лесного источника. СПА-отеле Форест все водные процедуры проводятся на обыкновенной воде.
Так как у спа-отеля Forest нет своего собственного бассейна, они организовывают поездку в городской бассейн. У людей, которые приезжают с лечебным пакетом, два раза в неделю по 2 часа бесплатно посещают бассейн. Трансфер входит в цену. Спа-отель Forest имеет свою собственную парковку на 10 машин на мест. Она бесплатна. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube, смотрите за обновлением авторских видеороликов и бронируйте спа-отель Forest по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com.